Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня у нас с вами завершающая часть по созданию платья марафона цыпочка. Сегодня мы с вами довязываем верхнюю часть, соединяем ее с уже готовой юбкой, сшиваем, полностью собираем наше изделие. У нас есть с вами нижняя часть юбка и заготовки, которые мы должны будем использовать в верхней части. Пока откладываем, вернемся к ним в ближайшее время. А сейчас нам надо связать верхнюю часть. Верхняя часть у нас будет состоять из двух деталей. Вот здесь вы видите половинки, потому что вязать мы их будем хитро. Есть нюанс по ввязыванию вот этих наших планочек в основную деталь. Рассказывать буду в процессе расчета и вязания. Сейчас мы с вами должны посмотреть, что же мы будем вязать и сделать расчет. Перед сложнее, пока мы его откладываем в сторону. Будем с вами выполнять спинку. Спинка будет состоять из двух частей, абсолютно симметричных. Вот в таком зеркальном виде выполняем их. Поэтому делаем один расчет. Второй расчет у нас пойдет четко в зеркальном отражении. Вот наша деталь. Это высота кокетки, это ширина, половина ширины, четверть объема груди. Вот она. Поэтому, если вы хотите какие-то свои мерки, вы можете в данном случае немножко подкорректировать выкройку. Все остальное, вот как лежит, так и оставляйте. То есть, если вот эту мерку можно корректировать, основную длину и ширину оставляйте. Все остальное ляжет и так, потому что выкройка хитрая. Она рассчитана на практически любую модель. Берем выкройку и начинаем ее рассчитывать. Для расчета нам требуется калькулятор, петельная проба из первой части, собственно, выкройка и линейка. Ну и сама выкройка посчитала. Итак, для того, чтобы не ошибиться в количестве петель рядов, первым делом мы смотрим, сколько у нас всего рядов и всего петель. Всего петель 10 сантиметров, то есть мы вязать будем вот отсюда, от уголка все детали мы будем вязать с одной стороны, то есть мы не будем вязать начали, закончили, мы будем вязать все детали с этого острого уголочка. И количество петель у нас 2,86, значит общее количество 28. Ну и я добавлю плюс 1 и плюс 1 на соединение. То есть у меня всего 30 петель. Я должна учитывать, что на 30 петлях я буду вязать половину нашей кокетки. Дальше. Ширина, с которой мы начинаем, это 3 сантиметра. 3 умножить на 2,86. 8,58. Пускай будет 9. Вот эта часть будет подлежать корректировке, сейчас не до нее, сейчас мы сделаем пока все остальное. Дальше, часть, которую мы вяжем по прямой, 10 сантиметров. У нас 4,6 ряда, значит 46 рядов. Мы будем вязать по прямой. Горловина 3 сантиметра, это ряды, 3 умножить на 4,6, 13,8, 14 рядов. Здесь у меня 1 сантиметр, 2,8, 3 петли. Уголок. Представляет из себя 5 сантиметров. 5 умножить на 4,6, 23 ряда. Ну, 23-24. Вот это место, оно на самом деле может быть вольным. Будем вязать как получится, но не менее 23. Вот пишу 23 ряда, это минимум. Может быть 24-25. И количество петель, само собой, 30 минус 9, 21. Вот тут. 9 и 21. Собственно, для расчета этого достаточно. Мы должны с вами выйти на 27
7 петель вот в конце, потому что общее количество 30, минус 3 петли на горловинку, получаем 27 петель. 46 рядов до краешка, но до краешка сейчас дойдем, и там еще будем с вами делать планочку, чтобы сразу оформить полотно, потому что если сначала связать, потом снять с машины, потом оформить еще что-то там, это много, долго, будем делать все сразу. Итак, начинаем с того, что берем бросовую нить. У нас по краю должны идти открытые петли, это обязательно. Провязываем с вами 23 ряда с прибавками. Дальше провязываем 46 минус 14. Вот здесь вот 32 ряда. Убираем 3 петли, провязываем. Ну, планочка может быть небольшая совсем. То есть я ее тоже буду делать, наверное, вот эти же 6 петель. Так, 32 и 48. 10 рядов, потому что 14. Пускай будет так, так, так. Давайте 5. 5 рядов на планку. Значит, провязываем 32, потом 9 рядов, потом делаем плюс 10 и заворачиваем планку 10, потому что 5 рядов это планочка, это значит, что она должна быть двойной. 5 плюс 5, завернули, получили и отделанный край, и 5 рядов провязки. Итак, все это хорошо, но не наглядно. Сейчас мы все это с вами распишем на бумажке. Расчет сейчас делаем. Итак, посчитали основные позиции, как что мы вяжем. И либо мы расписываем по табличке, либо по порядку. Просто первое, что мы делаем, набрали 30 петель. Второе, что мы делаем, другой фломастер. Провязали уголок, пока вот с уголком оставляю, сейчас мы сделаем расчет. Третье, что мы делаем, провязываем 32 ряда по прямой, вот она. Четвертое, минус 3 петли, вот они. Дальше, пятое. Провязать 9 рядов по прямой. И дальше шестое. Метка. Метка обязательно, иначе мы не узнаем, где же у нас вот эти вот 10 рядов. И седьмое, что мы делаем, 10 рядов. Планка, планка. Все. И на этом наша деталька и закончена. То есть, видите, очень просто. Единственный вопрос, который у нас может возникнуть, это расчет 23 ряда, 21 петля. Здесь вообще все просто. Смотрите. Если вы сомневаетесь, как считать, распечатайте себе 23 ряда и просто галочками поставьте эти убавки по порядку. И добавьте, где там что вам не хватает. Если у вас... Вот смотрите, у меня 21 петля, 23 ряда. Ну, можно сделать вот здесь вот лишних 2 ряда по начале. А здесь 21 ряд, 21 петля. Вообще будет все очень просто. Получаем... Каждые 2 ряда мы убираем 2 петли. Все. И в конце там останется, что останется. Мы как раз четко выходим. Если у нас совпадает количество здесь вот 2 ряда, тогда 30 петель провязать 1А. 2 ряда. Дополняем. Потому что вот эти 2 ряда у меня уйдут вот отсюда. Я добавлю их. Немножко удлинив наше полотно. Вообще ничего страшного. Мне не хотелось бы, чтобы вот эта часть была узенькой. Она должна быть все-таки объемной. В таком виде я и ряды не потеряю, и никаких проблем себе не устрою. Поскольку я буду вводить иглы в работу, плюс 2 петли через ряд. Как выйду, так выйду.
видите, практически совпадает. Если у вас не совпадает, вы можете подогнать вот эти данные так, чтобы они все-таки совпадали, и увеличить общую длину изделия. Сильно не увеличивайте, чтобы не пришлось потом делать сильную припосадку на месте пришивания к юбке. Все. Собственно, вот расчет. Идем вязать. Нам нужно две детали симметричные. То есть одна деталь пойдет с этой стороны, вторая деталь пойдет с этой стороны. Они вот такие вот зеркальные. Расчет совпадает, все совпадает. Единственное, что мы будем делать, то же самое, но если здесь мы будем делать с левой стороны, то вторую деталь мы будем делать с правой стороны. И таким образом мы должны с вами получить две абсолютно одинаковые детали в зеркальном отражении. Начинаем вязать. 30 петель набрали, вот они. Бросовая нить, катушечная, контрастная. Все, когда мы делали с вами вторую часть, такую технологию я рассказывала, надеюсь, вы знакомы с вязанием бросовой нитью. Нам нужны открытые петли по краю. Вот я выполнила. Два ряда мы запланировали дополнительные, то есть обычно провязывается один ряд, и дальше начинается оформление частичкой. В данном случае мы провязали три ряда. Раз, два, три. Остановились. Ставим в переднее положение все иглы, кроме 9. 9 это та часть, которая должна оставаться прямой, все остальные пойдут под уголком. Вот 9 игл оставили, остальные стоят в переднем положении. Частичное вязание на машинке включаем. Следите за оттяжками, следите за петлями, следите за обвивами. Будем провязывать с вами 21 ряд, ставя в переднее, в рабочее положение по 2 иглы каждые 2 ряда. Но первые 2 ряда мы провязываем на исходном количестве, на 9. То есть частичное вязание включено. Раз, два. Раз, обвили крайнюю иглу, стоящую рядом с рабочей петлей. Два, поставили две иглы в рабочее положение. В данном случае не обязательно их пропихивать туда, прям в рабочее. Немножко сдвинули их из переднего положения, машина сама провяжет. Раз, обвили иглу. Два. Раз, два. Надеюсь, что технология частичного вязания вам знакомо. Таким образом мы с вами провязываем весь ряд. И у нас получается совершенно чудный уголок. Там была 21 петля, вот она у нас и получается. Все как заказывали, частичное вязание отключили, уголок готов. Следующее, что мы с вами выполняем, то есть мы выполнили вот этот уголок. 32 ряда по прямой и по плану, да, мы можем прямо идти. По плану обязательно держите перед собой схему. Если вы не можете мысленно перекинуть лево, поменять местами лево и право, потому что вязать-то мы будем зеркальным отражением. Нарисуйте две схемы, чтобы не ошибиться и не сделать крыловину с разных сторон. Итак, 32 ряда по прямой. Смотрим схему. Убирать горловину, вот они, три петли, мы будем с правой стороны. У меня 31 ряд, ну пускай будет 31. В данном случае не критично совсем. 31-32 это горловина, один ряд переживет. Убираю на бросовую 3 петли. Можно было закрыть на 32 ряду, я предпочитаю брать на 31, потому что потом, когда мы будем с вами оформлять горловинку, нам предпочтительнее открытые петли, чем жестко закрытой косичкой. Мы будем утолщать наше вязание там, где можно этого не делать. Провязали.
удобным способом. Смотрит, чтобы у вас петли не вытягивались, не перетягивались. Ну, перетянется, достанем. Никуда они от нас не денутся. Вот они, эти три петли. И пускай они остаются внизу. Они уже не нужны. Дальше. 32. Дальше 9 рядов. Минус 3. 9 рядов по прямой. Дальше мы ставим метку. Вот мы с вами находимся вот в этой точке. Метка. Что такое метка? Метка — это ниточки, которые мы ставим на петли. Даже завязывать не надо, поскольку эти метки нам прямо сейчас нужны будут. Мы их, если не используем через какое-то время, а прямо сейчас, можно просто вот так вот подвесить эти ниточки. Ну и парочка в центре для контроля. Подвесили. Просто загладили. И теперь метку сделали. 10 рядов у планка. То есть у меня 5 рядов полотна и 5 загиб. 10 рядов. Опустили нитки. Они мешать не будут. Собрать планочку обратную. Чуть-чуть выдвигаем иглы, чтобы полотно не слетело с игл. Убираю все оттяжки, они мне сейчас будут мешать. Полотно. Вот они, метки. Поскольку мы ставили метку на 9 ряду, вот метка на этой петле, значит, вот эти протяжки над меткой я и должна использовать. Вот они, протяжки над меткой. И смотрим, из петли, вот она петля, из нее идет протяжка уже надетая. Значит, из этой же петли мы забираем следующую протяжку. Вот она петля, из этой же петли мы забираем следующую. Таким образом, вы не ошибетесь, если вы будете идти по ряду. Метки можно было не ставить, но для контроля мы их, видите, все-таки будем для контроля, для себя, для уверенности. Вот метка, и вот прямо над ней мы берем протяжку, значит, не ошиблись. Из петли вылезает протяжка, спокойненько ее надеваем. Это один из вариантов меток. Кто-то ввязывает нить, но потом эту нить вытаскивать удовольствие ниже среднего. Итак, вот она метка, и прямо над ней у меня проходит протяжка. Значит, не ошиблись. Ну, в данном случае хочу сказать, что если вы где-то вдруг ошибетесь на рядочек, ну, наверное, это будет не самое страшное. Не призываю к халтуре, просто говорю, что если вдруг вы не имеете навыка вот такой работы, ну, сбиться на пол петли — ничего страшного. Все, метки не нужны. Спокойненько закрываем ряд косичкой через все петли. Мы это уже делали с вами на данном платье на прошлом уроке. Поэтому я думаю, что эта операция для вас не составит труда. Вторую деталь вы выполняете абсолютно так же по этому же расчету. Сначала убедимся, что... первое, что мы делаем, это прикладываем к выкройке. И смотрим, что получается.
открытые петли с краю, 3 открытых петли по горловине, планочка готовая по краю. Уже делать ничего не надо, все сделано. Даем немножко полежать наши детальки, можем ее подпарить, посмотреть, что получается. По-любому вязание перекошено, поскольку оно было перетянуто, оно маленькая деталь, узкая. И если вы навесили большие тяжелые грузы, у вас деталь будет длиннее, чем вы посчитали. Учтите это, поэтому сильные грузы, огромные гири, пожалуйста, не навешивайте. Пользуйтесь минимальными грузиками, которые держат полотно. Огромные гири, они предназначены не для вот таких деталей. Огромные гири, если они у вас есть в комплекте, это для двухфантурного вязания, чтобы оттягивать полотно между игольницами. Для вот таких вот деталек минимальная оттяжка, чтобы только полотно не слетало с игл. Тогда у вас ваше вязание будет соответствовать расчету. Так, все сделано. Соответственно, смотрим, насколько мы правильно все связали. И идем вязать еще две детали перед. Самое сложное и самое интересное. Уточняю размер детали. Как-то совсем я это забыл вам сказать. 15 сантиметров от точки до точки, от края до края. 10 сантиметров ширина от края до края. Горловина, какую вы хотите, у меня на 3 сантиметра на 1. Здесь 9 петель, это 1 треть от 10 сантиметров. Делим на 3 части, 1 треть представляет из себя прямую часть. Общая 15, ширина по краю противоположной горловине 10 сантиметров. То есть 10 сантиметров это 1/4 объема груди. 15 это верхняя часть. Ну, примерно 5-6 сантиметров надо давать скос. Вот такие вот размеры детали. Вот так вот она стоит. Вот то, что у нас получилось. Две детали. Видите, симметрично, в зеркальном отражении. Если приложить, то я вижу, что вот они, подбросовые нити, у нас все правильно получилось. Две детали в зеркальном отражении. Сейчас мы должны с вами выполнить, собственно, почти такие же детали. Вот он, попереду. Единственные два нюанса. Мы будем делать горловину поглубже, чем у спинки, само собой. И ввязывать планочки, которые мы с вами сделали на первом, на втором задании, и получим из этих планочек, из этих тряпочек рюши. Рюши я буду выполнять. Одна рюша, вторая рюша. И вот здесь вот между деталями будет третья. Итого мне нужны на данный момент 1, 2, 3 рюши. Сейчас скажу, какого размера. Которые у нас были по 6 сантиметров, и 2 рюши, которые были по 10 сантиметров. Ищите эти рюши, мы будем их ввязывать в процессе вязания. Но предварительно давайте распишем наше вязание. И определяемся с таким важным моментом. Конечно, это можно было сделать и пораньше, с важным моментом определиться. Будем мы с вами платье оформлять по лицу, либо по изнанке. Для ввязывания рюш это имеет принципиальное значение, потому что если вы оставляете платье по изнанке, то есть вам лениво будет переодевать петли, то есть снимать вязание, надевать рюшу, надевать вязание и провязывать дальше. Если вам лениво выполнять эти операции, которые надо будет сделать 1, 2, 4 раза, 2 детали, 4 раза мы будем выполнять срез полотна, а потом надевание его обратно, если лень, делайте по изнанке. Если не лень, выполняйте так, как буду делать я, потому что я буду делать по лицу. Вы можете все детали, которые у нас связаны, тоже перевернуть и сделать платье по изнанке. Все косички, которые вы выполняли, если они у вас аккуратно сделаны, будут тоже дополнительным украшением. Если нет, будем делать так, как буду делать я, выводя все рюши на лицевую сторону. Сложнее, но ну вот я решила так. Вы можете делать по изнанке, то есть не снимая полотно, просто навешиваете рюшу на иглы и вяжете дальше. Тоже очень симпатично получается. Итак, делаем все то же самое. Где моя программа действий? 30 петель, 2 ряда, уголок. И провязываем только не 32 ряда по прямой, а меньше. Так, по прямой. Здесь у меня
10. Давайте пересчитаем. Ручка, ручка. 5, вот он. Так бы у меня было 7 петель, а так я провязываю 5,5 сантиметров. Дальше выхожу на горловину, и после того, как я провязала горловину, 1 сантиметр. Вот сюда в программу действий добавляются еще 2 элемента. Вот сейчас мы их сюда и вставим. То есть я буду провязывать не 32 ряда, а сейчас посчитаем. 5,5 умножаем на нашу петельную пробу 4,6, получается 25. Итого я провязываю 25 рядов по прямой, 3,1 рюша, 10 сантиметров, которые у нас было, навешиваем. Дальше довязываем, сколько там было, 32. 32 минус 25. Довязываем 7 рядов. А давайте напишем заново, потому что в таком виде лучше, лучше ничего не чиркать, лучше написать заново. Будет проще. Итак, то, до чего мы с вами дописали, вот провязываем. 30 петель набираем, 2 ряда провязываем точно так же, как на спинке. Уголок по 2 петли каждые 2 ряда. Провязываем 25 рядов. Надеваем рюшу, которая у нас 10 сантиметров. Провязываем 7 рядов до горловины и убираем горловину. Горловина представляет из себя 3,5 сантиметра. 3,5 умножаем на 2,86. 10. Минус 10 петель. Горловина. Провязали. Восьмым пунктом. Провязываем 1 сантиметр. Это 4,6. Ну, пускай будет 5 рядов. Так, так, плюс, плюс. 5 рядов провязали. Девятое. Рюша, который у нас представляет из себя 6 сантиметров. И сколько мы там должны были провязать? 9,5, 14, что ли, всего. Если 3 сантиметра, 3 умножаем на 4,6, получаем 14. 14 рядов всего, 14 минус уже провязанные 5. Ну да, логично. Все наоборот. И дальше провязываем 9 рядов. 11 бросовая нить. Вот такая программа. Еще раз. Что мы делаем? Набираем 30 петель общее количество полотна. Провязываем 2 ряда, как мы это делали на спинке. Уголок по расчету 25 рядов. Сняли полотно, надели рюшу, вернули полотно на место, провязали 7 рядов, убрали 10 петель для горловины, провязали 5 рядов, сняли полотно, навесили рюшу, вернули полотно обратно, провязали 9 рядов, вышли вот на эту прямую, сняли ее на бросовую нить. Все. Вот такая деталь. Так мы ее будем вязать, одну деталь и вторую в зеркальном отражении. Будем делать все то же самое, только с другой стороны. Итак, идем надевать рюши. Сначала их надо найти. Вот из этого количества. И потом пойдем их надевать. Итак, я довязала до рюши. То есть вот сейчас до рюши мы выполняли все то же самое, что делали со спинкой. Вот провязала уголок, 2 ряда, 25 рядов, рюшу. Вот 25 рядов. Пятый пункт — рюша. Вот в этом месте. Я как раз здесь остановилась. Берем рюшу, которая подлиннее. У нас есть вот они,
главное было найти нитерюши. И смотрите, убираю рабочую нить из нитеводителя, либо просто убираю ее в сторону, потому что сейчас я провязываю пару рядов бросовой. Полотно, но предварительно снимите все оттяжки, все грузики, потому что в процессе, когда мы будем с вами снимать полотно, вы можете растянуть петли. Поэтому сняли все оттяжки, и вот теперь спокойно можно срезать полотно. Иглы не трогайте. Полотно сняли, далеко не убираем, каретку возвращайте обратно, потому что рабочая нить у нас по стороне. Иглы, на которых вязали, вот они, их и будем сейчас использовать. Берем рюшу и изнанкой к себе надеваем вот наша рюша, вот лицо, вот изнанка, изнанкой надеваем на каждую иглу по 2 петли, за исключением крайних. На крайние мы не надеваем, потому что крайние петли у нас пойдут в шов, и рюша там будет совершенно ни к чему. Можно, конечно, надеть и на крайние, немножко рюшу это захватите при сшивании, но можно ее надевать. И надеваете по 2 петли на каждую иглу. Именно поэтому и был расчет умножить на 2. Вот оно. По 3 петли можно тогда умножить на 3. Но тут надо смотреть, чтобы не перестараться, потому что слишком набитая рюша тоже может не украшать. В любом случае надо пробовать, когда будете вязать платье на ребенка, потренируйтесь, посмотрите, как выглядит по 3 петли на одну иглу. Мне не понравилось, было очень грубовато, как бы нету легкости. Надеваем. После этого мы вернем на место наше полотно. Продолжим вязание. Чтобы точно уложиться в заданное количество игл, можно начать с разных сторон и выйти к середине. Если в середине вам придется надевать по 3 петли на иглу, либо по одной, это не страшно. Когда дело подходит уже к концу, вы видите, сколько у вас осталось петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И раз, два, три, четыре, пять. Значит, два раза я надеваю по 3 петли. Один раз. Уложили на место все петли. И теперь возвращаем обратно наше вязание. Вот как оно было, так и возвращаем изнанкой к себе. Я не пользовалась катушкой, потому что эти же петли мы будем использовать прямо сразу. Катушечная хороша, когда через какое-то время, либо у вас очень скользкая нить, и надо эти петли беречь. У меня нить скользкая в меру, поэтому если не трогать петли, то они и не распускаются. Сэкономила время, катушку не использовала. Тут же распуская акрил, который совсем не скользкий, добиваемся нужного нам эффекта. По несколько петель акрила распустили. Надели на машинку.
Это не очень сложная операция. Если вы хотите провязывать по изнанке, сэкономите время, снимать полотно не нужно. Вы просто на полотно надеваете вашу рюшу. Единственный момент, определитесь с лицом или изнанкой, опять же, потренируйтесь, посмотрите, какой вариант вам нравится больше. Разница есть. Надели. Возвращаю рабочую нить, нитеводитель. Я на 25-м ряду. Рюшу надели. И после рюши я провязываю 7 рядов до горловины. Могу оттягивать рукой. Натяжение есть. Я остановилась со стороны противоположной горловине, поэтому 10 петель горловины. Я знаю, что у меня горловина это минус 10 петель. Вот эти я сейчас снимаю на бросовую нить. Вот эти петли я буду снимать через катушку, потому что мне не понадобится не сейчас, а прям через какое-то время. То есть отделку горловины я буду делать не сию секунду, а через какое-то время. И пару рядочков набросовую нить. Не хочу задействовать каретку, оставлю все как есть. Натяжение обеспечили и точно так же руками провязываю пару рядов. И снимаю. Можно закрыть. Можно коромыслом. Коромыслом быстрее. Лучше снять грузики. Далее. У меня остается горловина. Я сейчас в этой точке. На оставшихся петлях провязываю 5 рядов. Вот, до следующей рюши. И ставлю рюшу 6 сантиметров. То есть я повторяю эту же операцию. Только провязываю сначала 5 рядов. То же самое. Убираю нить из нитеводителя. Беру бросовую, провязываю пару рядов. Срезаю полотно,
возвращаю каретку обратно, откладываю вязание, беру рюшу. И точно так же, исключив две крайние иглы, надеваю изнанкой к себе по две петли на одну иглу. Все бросовые, все это буду снимать, когда провяжу, когда я закончу детали обе, и мне надо будет убедиться, что все мне нравится, что все нормально. Потому что вдруг мы где-нибудь ошиблись, передумали и так далее. Всякое бывает. Кто-то задал вопрос, что не хватает петель. Вот на этот случай мы и делаем набор с разных сторон. Здесь все идеально. Возвращаю обратно основное полотно. Изнанка к себе, не перепутайте. После этого провязываю 9 рядов и тоже снимаю на бросовую нить. То есть не буду здесь делать, как на спинке планочки. Здесь они не нужны, здесь у меня целиковая деталь. Никакого разреза тут нет.